Подмосковье реализуется проект «Открытый стадион». Суть инициативы в том, чтобы разрешить всем желающим заниматься спортом на территории школьных стадионов. Одним из пилотных муниципалитетов стал Одинцовский. Для жителей уже открыт стадион Зареченской школы. Все желающие могут посещать его ежедневно с 6 утра до 22 часов вечера. Еще 5 стадионов станут доступны для любителей спорта уже в этом году.